Орловская область вошла в топ-20 регионов, где отмечено наименьшее административное давление на бизнес. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на прошедшем заседании Совета предпринимателей. Мы в свое время, понимая необходимость и целесообразность аккумулирования наших региональных полномочий по контролю и надзору в единый орган, создали департамент контроля и надзорной деятельности. Это дает свои результаты, но сегодняшний день те показатели, которые позволят нам двигаться вперед, они, безусловно, являются целью, по которым будем отрабатывать. До конца этого года планируется провести еще 41 контрольно-надзорное мероприятие для выявления нарушений в сфере бизнеса. Добавлю, что с 1 июля таковых осуществлено 541 мероприятие. С июля этого года действуют новые нормы контроля и надзора. И сейчас в этой ситуации очень важно иметь точку отсчета, да, чтобы проводить мониторинг того, как вводится новая система контроля и надзора. Там добавляются новые контрольно-надзорные мероприятия.